Те, что их освистывали в матче с Шотландией, но здесь, еще раз повторим, что практически вся сборная. Все это попытка. Да, и мы видим, что одновременно бежали там оказывать помощь. Но ЮАР открывает. Играл через Штейна. На левый фланг перевод. И Кабана. Себе на ход. Короткая свечка, и похоже его не захватывают. Если только и он убегает. Нет, он меня не убегает. Это все. Попытки, попытки убежать. Про культуру регби. Вот интересно, чем занимались команды. Очень неплохо сейчас ЮАР. И еще одна попытка. И это третья попытка вперед. И нужно... И отыгрывает печет. Нет, Эрнандес сам не пошел вот здесь. Попытка. Да, нет. Выронил. Так что... Ну, сейчас-то печет, а вот если в обратную сторону будет схватка, именно он будет играть, и перехват! Перехват, и вот на этот раз Кабана, судя по всему, убежит. Да, ему не засчитали его вторую попытку, но он все-таки ее за.